23-летняя Ольга Бузова прилетела с любимым мужчиной, 26-летним Давидом Манукяном, в Куршеваль. На этом горнолыжном курорте во французских Альпах звезда ранее отдыхала со своей сестрой Анной. Ольга и Давид встретят снежный Новый год. Бузова рассказала, что была во Франции с сестрой. Приехала туда, где год назад поссорилась с Анной. «Я же говорила, что обязательно вернусь в это сказочное место, и не раз. Счастье вновь быть здесь», — заверила певица. Пара заселилась в роскошный номер местного отеля. Бузова похвасталась кадрами из бассейна. Бойфренд первым прыгнул в воду и долго зазывал к себе избранницу. Ольга присоединилась. Ольга отказалась от всех корпоративов и вечеринок ради возлюбленного. «Я долго думала, остаться ли работать в новогоднюю ночь и праздники или отдохнуть. И знаете, мои хорошие, я реально поняла, что мне нужно отдохнуть. Я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить. Люблю», — пояснила ведущая реалити-шоу «Дом-2». После купания парочка посетила ресторан. Бузова показала, чем питается в празднике. В тарелке певицы было авокадо, помидоры, огурцы и немного зелени. Даже на отдыхе Ольга придерживается своего рациона и бережет фигуру. Манукян не поддерживает в этом возлюбленную. В ресторане он объелся. «У меня тарелка уже пустая», — уплетал за обе щеки, — рассказал блогер. Недавно Бузова публично подтвердила свой роман с блогером. Эту информацию рассекретила ее близкая подруга. Теперь Ольга часто показывает возлюбленного публике.